Какой любопытный тип. Маркер. Который беседует со швейцаром. Маркер? Да, пожалуй. Правое плечо развито сильнее. Левый карман испачкан мелом. Склонен к простуде. Особенно весной. Не женат. Скорее вдовец. Согласен. Но не более 3 лет. Согласен. Однако имеет ребенка. Детей, мой мальчик, детей. Мальчика и старшую девочку. Но собирается жениться вторично. Несмотря на подагру. Но черт возьми. Вот вы и убедились, дорогой Ватсон, что из Майкрофта мог бы получиться великолепный сыщик, если бы он всему на свете не предпочитал тишину и мягкое кресло в этом клубе.